В Тюменской области завершились выборы. Они состоялись на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Проголосовало более 1 300 000 человек. Вновь избранный губернатор Тюменской области Александр Мор обратился к жителям региона. Из них порядка 1 070 000 избирателей поддержали мою кандидатуру на пост главы региона. Это 78,77% от всех проголосовавших. Я благодарю всех земляков, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за меня. Спасибо вам за поддержку.